Намерение чиновников навести порядок в торговле стеклотарой обернулось проблемами для всех предпринимателей, торгующих в киосках. Защитить свои рабочие места представители малого бизнеса решили пикетом. Акцию протеста они провели под мэрией, где проходила очередная сессия городского совета, в повестке дня которой был соответствующий вопрос. Благими намерениями власти выслана дорога в ад для предпринимателей. Уверены сегодня запорожские владельцы киосков. О том, что мэрия наводит порядок с торговлей стеклотарой, знали. О том, что будут для этого проводить аукционы, тоже знали. Когда прочитали проект решения сессии, ужаснулись. Это угроза для всех владельцев остановочных комплексов и киосков, говорят участники пикета. Вы сами понимаете, что такое аукцион. Тем более будет выноситься на аукцион не одно торговое место, а несколько. И что такое с молотка продать место того предпринимателя, той семьи, которая там вложила эти деньги, и оставить его без средств существования. В защиту своих рабочих мест на этот пикет вышли торгующие на привокзальной площади. Это два десятка предпринимателей, которые опасаются, что с прекращением действия договора о предоставлении им торговых мест они останутся без работы. Сейчас мы просим или составить договор между застройщиком, исполкомом и нами, трехстороннее соглашение, что нам предоставят там, где будут строиться рабочие места, или дать нам землю, на которой мы стоим уже по 20 лет, в аренду, чтобы нам самим построиться. Требование пикетчиков снять спорный вопрос голосования, разработать проект решения о заключении сервитутных договоров на землю и, главное, при решении арендных вопросов в первую очередь учитывать интересы предпринимателей, киоски которых уже расположены на этих участках.